Доброго времени всем суток, с вами Артем, играем в ГУМ «Русская электричка», и мы проходим девятую миссию, которую вчера не смогли пройти. Надеюсь, в этот раз у нас получится все. Так-с. Миссия так-то несложная. Просто надо немного уметь это все проходить. Так, маневровый. Ага. Сейчас сделаем удобную камеру. Там паровоз едет. Погнали. Ой, не на эту кнопку жал. Такс. Фух. А чё вы стоите, ребят? Так-с, выезжаем. Потихоньку. Да, уж сейчас весь всю эту ораву заново собирать. Так, можем оттормаживаться. Оттерпеть. Да, и сюда поехали тем. Так. Ну, надеюсь, мы сможем добраться до стрелки. Так. Теперь нам надо вот эти будут вагоны подцеплять. Ну тут вагонов прям куча уже. Такс. Да, и он скорость. Тяжко, ему тяжко. Ничего, я надеюсь, он справится. Так. Выруливаем. И поехали те обратно. Такс. Что могу на с углем? Да уж, состав будет не короткий.
Такс. Ну, ребят, прошу прощения, что-то упало. Такс. И набираем разгон на выезд. Такс. Так, теперь опять задний ход. Да уж. Нет, бывает такое, видел, то что очень много вагонов бывает привозят. Ну там работали два поезда такого типа, как этот маневровый. Все, да, все. И теперь надо докатить до стрелочки. Все это локомотив. Весь этот локомотив, интересно, доедет он до стрелки или нет? Нет, доедет. Так, что там же у нас ничего? Там зеленый. Заметь, там поезд проехал, его еще тут даже не слышно. Вот он едет только. С накатиком. И оттормаживаемся. Так, меняем кабину. Давай. Лишь бы на нас, если честно, кто не выполз. Давайте его пропустим. Хотя нам разгон будет труднее набрать, чем ему. Ну да ладно. Так, мы там поди уже начали маневр. Да, нам уже все. Такс. Все, вот сюда уходим. Не, разгон набираем. И топлива очень много расходуется на этот разгон. Просто все красное почти. Ну, зато хоть ни один поезд нас не ждет, пока мы выйдем. Низкий уровень, ребят, топлива.
что тормозим. И пошли на разгон. Так. Сейчас вот тут подзаправят. Все. Ух, это поезд за тормозной путь длиннющий. Так, ехать нам... Ну да, все, мы по прямой. Так, ехать нам... Так... Ладно, давайте-ка попробуем как-нибудь пропустить. Ну, я думаю, то все вернется. Он не успеет даже проскочить. Такс. Не, мы прямо тут проедем. Вот все, пускай летят. А мы там выйдем по встречке. Больше топлива сожгем, но зато меньше расписания будем рвать. Потому что эти ребята уже по расписанию ходят, это у нас нету особо никакого расписания. Такс. Вот тут уже я буду сбавлять ходу. Тормози. Блин, чувак, ну я никак не могу. Чувак, еще чуть-чуть. Thank you.
Электричка. Мой, у меня жопа слишком длинная. Я все тут просто заблокировал, ребят, весь вокзал. Чувак, сори. Так, ребят, чуть-чуть я тут заблокировал движение, но вроде как все восстановилось. Так, тут накатом едем. Так, накатик. Вот тут тормозим. Ух, нифига, как подтащил. У нас там еще вот так-то. Ну хотя, ребят, вот эти вагоны надо оставить там же. Точно. Чё я туплю? Что-то, ребят, простите, я затупил тут немного. Не все же вагоны сюда не тупо не влезут даже. Вот так вот. Отцепляем.
Наверное, в тот поезд не могу обратно переключиться. Ну что, ребят, это прикольно. Так, а нам ехать как? Блин, ну нам на встречку после моста выезжать. Ну давай. Ребят, сори, но я не могу этот. Вот это все забрать с собой. Так. Блин. Ух, блин, замедлялку словили. Такс. Нам тут на съезд надо. Мне интересно. Все, я ушел. Блин. Задом, скорее всего, просто оставать. О, вот это фортануло. Так, ребят, все отцепили. Ой, ему полегче стало тому поезду идти. Так, у нас остались только цистерны, вот эти канистры. Нам их вести на следующую станцию.
Ну, думаю, ничего, сейчас быстро доедем. Шух, еще плюс разгончик взяли. Тормози. Не туда. Тормози. Тормози, тормози, тормози. Вот так вот. Все, поехали. Нет, только не замедлялочка. Ну, все, ускорялочку подхватили. Давайте, все, 45 и накатом. На тормозапрессы пожечь. Все, ребят, мы прошли эту миссию наконец-то. И у нас в следующем выпуске будет вот эта миссия. Она идет как бы на время. И все. Там еще одна миссия будет. Ладно, ребят, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока. Спасибо за просмотр.